Спасатели – герои нашего времени. Это те, кто не спит ночами, рискует своей жизнью ради блага других. Праздник, посвященный отважным людям, стоящим на страже безопасности и спокойствия жителей, отметили в Ульяновской области. В этот день чествовали лучших из лучших и говорили слова благодарности. Это лишь малая часть того, что можно сделать для настоящих героев. Ваша эффективная работа помогает в решении многих вопросов, касающихся гражданской обороны, защиты населения и территории города Ульяновска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Позвольте выразить слова благодарности за ваш добросовестный труд, профессиональный подход к делу и компетентность. В этот праздничный день желаю вам, Андрей Геннадьевич, и вашим коллегам здоровья, благополучия и стабильности. За год ульяновские спасатели среагировали более чем на 3000 экстренных выездов и спасли 573 человеческих жизни. Пожары, наводнения, потопы, обвалы, помощь людям и животным. Всем этим и не только занимаются наши герои. Отличившимся специалистам в праздничный день вручили награды, благодарственные письма и почетные грамоты. Вы помогаете нам, помогаете людям, которые находятся в тяжелой ситуации. Пусть это пожар, который мы очень не любим. Пусть природные условия, которые есть. Мы, наверное, помните, когда была авария на реке Волга, где бы мы не сталкивались, ЧП или аварии, все вы всегда находитесь первыми на данном объекте. Пусть даже это на сегодняшний день, который нам подбрасывает, или телефонные звонки, или пакет, который нерадивый мужчина нес с мусором, но донес до остановки, забыл мусорный ящик выбросить. Но это тоже работа. Служба спасения регулярно модернизируется. В этом году в распоряжение городской поисково-спасательной службы попали новые УАЗы, беспилотники, водолазная связь и мощная водоотталкивающая станция. Светлана Карпухина, Управда ТВ.